сразу. Вот ты сейчас да. Чё, как дела? В среду вечером в московском стендап-клубе Brothers шел очередной концерт. Как вдруг 10 зрителей, причем мужчины и женщины, разделись догола. Как выяснилось позже, это были ученики так называемой школы личностного роста. И раздеться было очередное задание от их коуча. Но теперь ученикам грозит суд, а некоторые комики хотят и вовсе устроить над ними самосуд. В момент приступа нудизма у некоторых на сцене был комик Леша Кузнецов. Он рассказал, что с первой же шутки его начали очень агрессивно прерывать. На что он сделал замечание, мол, не стоит себя так вести. После чего в зале, как по команде, встали 10 человек и начали раздеваться догола. Дальше состоялся вот такой диалог. Какой план вообще на это все? Какой план? Ну типа, в чем ваша цель? И дальше как и в чем? Блин, мне очень жалко вас. Какой кал обоссанный, я говорю. Единственный раз выхлоп. Да, а твой то пиздец, я тебе говорю. Да, видишь как. Спасибо, что пришли, ребят. Больше делаться. Уже, кстати, не первый раз. Никому из комиков не показалась эта ситуация смешной. Они восприняли это как личное оскорбление и неуважение к другим зрителям. Всю ночь они вычисляли имена нудистов и в итоге нашли. Управляющая стендап-клубом Brothers Ханна Колокол уже к утру знала о них все и отправилась писать заявление в полицию. Добрый день, дорогие друзья. Вы часто не спрашиваете у меня, куда я еду, а я все равно отвечаю. Еду на подкаст конкретно к капитану полиции давать интервью. Потому что всю ночь я не спала до 7 утра, я все о них нарыла просто, всех детей прогуглила. Все семьи просто собрала целый список, ну журналист же. Но этот случай настолько возмутил сообщество стендап-комиков, что некоторые из них решили, что заявления в полицию мало и надо их лично наказать. Начались угрозы конкретно в сторону этих персонажей, назовем их так. Не могу сказать, что нас сильно радует то, что они пытались нам испортить мероприятие, то, что они устроили это. И так далее. Но я считаю, что совершать самосуд – это тоже не выход из положения. И очень сильно меня это тревожит. Члены клуба личностного роста действительно перепугались не на шутку. Юморист Леонид Кулаков говорит, что особенно перетрусили мужчины. Как-то решить вопрос полюбовно пытаются исключительно девушки. Меня искренне от всей души поразил один момент, что их мужчины, которые тренируют кого-то быть мужчиной, не имеют мужского, чтобы ответить за свои поступки, и отправляют женщин общаться. То есть у них сейчас слово все держит женщина, у которой яйца и член явно больше, чем у всех, кто снимал штаны там на видео. И респект, что она может говорить, что она за них за всех, пытается как-то их оправдать. Но эти дауны, ребята, со всеми вами увидимся в суде. На этот суд мы всей толпой придем.